I thank the Minister of Health of the Russian Federation for her statement, and I give the floor now to His Excellency Armen Muradyan, Minister of Healthcare of Armenia. Добрый день, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. Обязательство, которое взяло на себя правительство Армении, присоединившись к декларации о приверженности борьбы с ФИЧ-СПИДом и последующими политическими декларациями, коренным образом изменили концептуальные подходы к противодействию ВИЧ-СПИДом. Страна усилила свои политические обязательства в сфере ВИЧ-СПИДа, учитывая ответственность государственного сектора и гражданского общества за будущее населения и его благосостояние. В стране создана тесно интегрированная система услуг по ВИЧ-СПИДу, туберкулезу, охране здоровья матери и ребенка, которая обеспечивает раннюю диагностику заболеваний, предоставление качественной медицинской помощи, наиболее эффективного лечения и других медицинских услуг для нуждающихся. Должен отметить, что доноры и международные организации играют важную роль в деле достижения успехов. Армения является одной из стран-реципиентов Глобального фонда и российской программы помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в борьбе с ВИЧ-СПИДом. В рамках указанных программ были осуществлены значительные внедрения в систему здравоохранения Армении, были созданы новые инфраструктуры, стали доступны услуги по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Мероприятия по противодействию СПИДу осуществляются в рамках единых согласованных действий, а именно национальной программы, техническую поддержку, которую оказывают UNAIDS, ВОЗ, Глобальный фонд и другие международные организации. Программы, осуществляемые в стране в последние годы при внешней финансовой поддержке, получают отличные оценки, демонстрируя более чем 100% уровень достижения результатов. Тот факт, что ни в одной из групп населения, практикующих рискованное поведение, распространенность ВИЧ не превышает 5%, а среди беременных женщин процент ниже 1, позволяет говорить об адекватности и эффективности профилактических мер. В результате, несмотря на тот факт, что в регионе, где находится Армения, наблюдаются самые высокие темпы развития эпидемии ВИЧ, а именно Центральной Азии и Восточной Европы, Армения – страна с низким уровнем распространения вируса иммунодефицита, составляющим лишь 0,2% от взрослого населения. Развитие эпидемии ВИЧ в нашей стране имеет определенные особенности, ключевой из которых является регистрация большинства выявленных ВИЧ-инфицированных среди трудовых мигрантов. Рискованное поведение, ограниченный доступ к службам здравоохранения, к средствам профилактики и информации о ВИЧ-СПИДе повышают уязвимость мигрантов к ВИЧ и принимающих странах, влияют на показатели заболеваемости, поздней диагностики и эффективности лечения. В Армении накоплен значительный опыт и был зафиксирован ряд достижений в области реагирования на эпидемию ВИЧ на межведомственном уровне, профилактики лечения и интеграции служб. Одновременно, начиная с 2001 года, в стране не было зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ через донорскую кровь. Как важное достижение следует отметить тот факт, что с 2007 года по настоящее время в стране не было зарегистрировано ни одного случая ВИЧ среди детей. Армения достигла целевых показателей, установленных ВОЗ по валидации, ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку, исходя из чего страна инициировала процесс валидации. В результате эмиссии экспертов ВОЗ и UNAIDS достижения страны в этой области были подтверждены глобальным комитетом ВОЗ по валидации. Я сегодня хочу с радостью отметить, что благодаря нашим последовательным усилиям Армения буквально на днях стала одной из первых стран в мире, которая получила сертификат по элиминации перехода от матери ребенку. Надеемся, что Глобальный фонд посредством стран-доноров и донорских организаций, агентств ООН, будет поддерживать реализацию национальной программы. Глобальная солидарность и сотрудничество станут краеугольным камнем наших усилий, направленных на преодоление эпидемии СПИДа. Надеюсь также, что эта встреча высокого уровня станет новым стимулом на пути достижения всеобщего доступа к услугам по лечению, уходу и поддержке качественной медицинской помощи для людей, живущих с ВИЧ, обеспечивая возможность положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году. Уважаемый господин председатель, на сегодняшний день серьезной проблемой является уменьшение финансирования со стороны доноров, в частности сокращение средств, выделяемых глобальным фондом.
Несмотря на то, что правительство Армении уже увеличило бюджетные ассигнования для сектора ВИЧ-СПИДа и взяло на себя обязательство постепенно увеличивать их в последующие годы, однако всего этого недостаточно для покрытия всех нужд и тем более для того, чтобы положить конец эпидемии СПИДа. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ставит новые обязательства перед странами для достижения намеченных 17 целей, которые в ближайшие 15 лет будут стимулом для действия сверх имеющих чрезвычайно важное значение для человечества. Армения достигла определенных успехов в достижении цели развития тысячелетия. Однако много еще предстоит сделать для завершения еще нерешенных проблем и решения проблем, стоящих на повестке дня. Господин председатель, вы сегодня упомянули Нельсона Манделу и, процитируя его, задались вопросом, что хуже, война или СПИД. И действительно, где справедливость, когда ребенок рождается с иммунодефицитом, абсолютно невинный ребенок родился на свет, уже имеющим проблему иммунодефицита? Где справедливость, когда бомбят детей, которые хотят учиться у себя на родине, и учить свой язык, верить в своего Бога, чтить традиции своих родителей и предков и жить у себя на родине? Где справедливость, когда убивают 90-летних стариков, только потому, что они решили дожить свой век у себя дома, на своей родине? Я говорю о событиях на Горном Карабахе двухмесячной давности. Что же хуже, вирус СПИДа или вирус нечеловечности, вирус ненависти? И когда вирус ненависти одолевает человека, будь то самых высоких должностей, затмевает его разум, превращая цивилизованного человека в варвара, отдающего жестокие приказы убивать детей и стариков, сложно ответить на этот риторический вопрос. Армения сегодня прервала трансмиссию передачи от матери ребенку вируса СПИДа. Грядущие поколения могут не знать, что такое война и что такое СПИД, если мы сегодня вместе с вами сможем однозначно дать ответ на этот вопрос. Я уверен, что грядущим поколениям предстоит сравнивать не что хуже, а что лучше – мир и процветание. Благодарю за внимание. I thank the Minister of Healthcare of